Game over. Всем привет, дорогие друзья, с вами Александр Бысенко. Всем привет. В общем, ребят, печаль, беда, обида. После обнов нас легли наши любимые сервера, где мы жили, выживали, строили, надеялись на что-то лучшее и светлое с Бусинкой. Но, увы, всему хорошему приходит рано или поздно конец. Да, Бусь? Да. И мы сейчас переедем на другой сервер, пока временно на нем побегаем. Там с повышенными рейтами. И надеюсь, что будет все хорошо. Вот на этот сервер получает Have Fun. Тут у нас троекратное увеличение опыта, пятикратное увеличение добычи, бесконечный инвентарь, без ограничений, и можно будет летать. Бусинка, в принципе, уже там. Бусь, ты уже создала себе персонажика? Нет, еще создаю. Так, хотел что-то сказать. Сейчас, секунду, сейчас. Я вспомню это слово. А, ну да, точно. Что-то я словил легкий затупок. Где ты будешь спауниться в трех городах, где хочешь жить и не тужить? А мы во всех трех спаунились? Ну, мы... Как тебе сказать, во всех трех? Побывали мы вообще в целом во всех трех мы были в городах. Поэтому единственный вопрос к тебе, что где ты хочешь сейчас быть, тусить? Поехали в центр. Думаешь? Думаешь, не стоит? Я в центре. Дело в том, что в центре я когда бегал по центру, у них там, не знаю, такое расположение не алёшное. Плюс я не видел нигде у них ни залежей, где ближайшие не видно, непонятно. Центр как-то мне не очень нравится. Если, например, с правой части я знаю, где есть полезные ископаемые, да, которые можно добыть. И в левой части тоже, то в центре не очень. Ну зачем тогда спрашиваешь? Ну я спрашиваю по принципу, может ты что-то хочешь мне предложить интересно. Я думаю, может ты кого-нибудь рандома здесь сделать, урода какого-нибудь. Треша, не просто. А дядя хорош умел. Сейчас, погоди, я просто такого курка смотрю. Я оставлю его чисто поржать. А может мне тоже там рандом нажать? Но это будет очень мощно. Знаю, но это просто вообще так трэш. Я готов уже создать. О, нифига, у меня плечи. Я все, я вхожу. Короче, где ты хочешь? Хочешь в центре? Алло. А, алло, алло. Да пофиг, зай. Ну блин, давай быстрей. Давай. В центре? Да. Хрен с ним, я в центре встаю. Я поднимаю свои коленки обожженные. Может, я пытаюсь найти рандом, но это настолько убогий рандом. Ну блин, я знаю, у меня тоже перс вообще чётенький. Ну почему-то у них у всех широкие плечи и маленький таз. Ты мои руки не видела, коротышные. У меня коротышные руки и толстые ноги, это вообще трэш. Так, я встал, я жив. Я встал! О, нифига я за палочку, я палку поднял, 30-ка опыта хапнула, прикинь. Нормаль, живем. Так, ну там по десятке так-то стандартно падает. Сейчас я насобираю тут лут. А ты написал имя, да? Все написал. Да, все уже написал, такая... я уже все, я здесь. Я такое же имя использовал, такое же, как и тогда. Не стал придумывать трактор. А, можно. Скажу сразу можно? Тебе, я не знаю, как отсюда где выход. Мы тут с тобой ни разу еще не бегали. Первый раз. Че, в центральный, да, я ныряю? Да. Ты спросила в центральный, я в центральном. Ну, а вдруг ты не в центральном. Подожди меня. Тут у меня Бабылыч смотрит, походу. Там обычно какие-то гоблины. Или кто это? А, нет, это... Хрен его знает, что это. Кто она? Ты чего роду племени будешь? Какие у меня сексуальные руки. Да, это, слушай. О, нифига, мне фиолетовый маникюр. Груз бесконечный, можно таскать. Он ограничение 9 999 000, прикинь. Обалдеть. Ты еще тут? Да тут я тут. Куда я денусь? Knowledge на третьем уровне.
туториал. Надо поговорить с мужиком. Я поговорил. Или с бабой, кто это, не знаю. Я пока разговаривал, он уже лапнулся. Это ты что ли? Ну-ка посмотри на меня. Ну иди. Хрена у тебя руки. Какой ты классный. Жесть. Я тебе говорю, смотри на мои могучие руки. Могучие руки. А на ноги. Да ты вообще няшка. Чего тут надо поговорить с ним? Че он хочет? А, топор? Да я тебя это, друзья, кинул. Я тебе инвайт кинул. Блин, здесь я смогу топор получить или нет? Не знаю, там тебе не могла, тебе не давали топор. Ура, да. Оставь пати. Сейчас я соберу для него несчастного ресурса. Да, ты это, как его, палочку крафти, я, короче, решил с палочкой бегать в этот раз, мне она понравилась. Так, где тут ресурсы? Где ресурсы? Еще и то такое ресурсы, да? Ну, что у него там надо? Дерево. А, крышу не буду учить, все равно потом на камень с тобой перейдем, какой смысл? Я имею в виду в дереве, на деревянных постройках не буду учить. Как-нибудь обойдусь. Дерево мне нужно. Покемон, покемон. Кстати, а что он хочет от меня? А, он хочет, чтобы я ему эти ягодки принес. Говорит, братан, принеси мне суши. Ты просто принеси, да, дорогой. О. Точняк, я же это, суши палочку должен скрафтить себе. Ахалай, махалай делать. Нифига себе, сколько это. Тряпок набрал. Реально X5 сушей на добычу. Че, могу дерево это срубить? Десятка вулт падает. Ну че, попробуем? Кого? Ну че, чуваку. А, ну давай рискни здоровьем. Ну давай рискую. Попробуй. А, да. Оу, да. Серьезно? О, да! Оу, попробуй следующие эти, как их... Что он хочет? Мне говорят, я тебе салат дам. Да, салат надо сделать, там нарвать. Но это надо выйти из города, чтобы нарвать. Слушай, пошли прикольнемся в это, в лигу. Покатаем в это, в этот, как он, господи. Я не знаю, как он здесь, но аналог вот как в этом, в Гарри Поттере, в Квиддич. А я боюсь, я не умею. Я в синюю, ты в красную. Да уж я умею. Вперёд. А чё это я в красную? Я в синюю хочу. Ты те, я тебя догоню и забью тебя своими зверскими руками. Ах ты как. Ах ты как. Я хочу, чтобы ты знала, что это как. Все. Я тебя люблю. Я тоже. Все, смотри, короче. Вылетай на букву F. На букву F? Ну на F, садись на метлу. А-а-а. Через страшно. Минуту 40 начнется игра. Я красный. Это понимаю. На левую кнопку мыши, когда вот я, например, за тобой лечу, так вот раз, это тебя отталкивает. Как я бы... тебя не вижу, ты видишь меня? Да, ай. Я тебя пинаю. Ну, а я тебя не вижу же. В смысле, ты меня не видишь? Серьезно, тебя не вижу. Вон я, рядом с тобой. Эй! Правая кнопка это телепортация. Мячик нужны нам скоро выплюнуть через минуту 10. Ты где ты мне хотя бы покажись? Да здесь я, ты чё? Перед лицом вот встань вот у меня. Вот я на тебя смотрю. А, вон ты мелкий. Какой я должен быть? Как это мелкий. Сейчас я тебя пну. Бац. Еее. Ах ты какая, а? Ты решила меня сделать мяу лухомору, да? Я тебя устрою. Я вызываю тебя на дуэль. Да что ты творишь-то? На тебе, я забил себя в твои ворота. У меня что-то с плащом, он какой-то бракованный. У меня плащ поломался. Дайте мне нормальный плащ. Куда нажимать? Через 27 секунд узнаем, сможем ли мы вообще играть, а то может игра скажет, что он слишком мало. Оп. Бим. Зато побесимся. Ну, а что поделать? Как-то же надо выживать. Так. О, маленькая печенька. Так. Окей. Коль не шутят. Ай. Все, все, началось. Замес, смотри, все, да, да, да. Закрыть напротив друга. Го, короче.
А какого хера, как забрать? А, вот, все нашел. На Е надо заграбить мяч. Я заграбил мяч, короче, он у меня. Я лечу, а ты должна меня его отобрать. Ну, Майку, мы не давай не будем, ба. Кого не будем? Он пошел! Он пошел! Еее! 2-0! Нифига себе. Подлети к нему и нажми Е. Да, да, вот теперь в красные ворота надо забить. Я должен тебе помешать. Лети в красные ворота. Забить как? На Е? Да, ну, нет, на левую кнопку мыши. А что это еще какое-то внизу кольцо есть? Это как так? А, ты промахнулась. Я беру мяч, я выхватил мяч. Я лечу к твоим воротам. Сможешь меня остановить на левую кнопку мыши? Ты телепортнулась, да? И я такой... Пиу! Еееее! 4-0! 4-0! Да я забью хоть раз! Так ты возьми его и лети прям к вратам! Я не успеваю! Ну почему? Я заграбил его. Да ты заграбил его, да ты бяка! Да возьми его! Да возьми его! Да полетело, вот он! Стой! Стой! Тебе надо куда? В красный? Да. На, иди, вот я упнул туда. Вот, набери, вон он полетел. Смотри, полетел. А где? Сзади тебя. Красные ворота, вон он. А, я его вижу. Ну что такое? Давай быстрей. Я заграблю у тебя сейчас, если ты не кинешь. Не надо. На, я забрал его. Да ты что такой противный? Да накидай уже его. Я сейчас сам себе уже забью. Давай, у нас 3 минуты, 17 секунд до конца матча. Ты не смогла забросить прям рядом. Как? Ты мне объясни, как? Вон он мяч уже, просто пни его. Смотри, он около врат. Тебе слабо. Вон он. Тебе слабо. Вот он, видишь, бери его и просто положи вот в эту штуку. Надо было его взять, а не ударить. Короче, я забиваю тебе. Да, подави его. Вон он полетел, лови. Да ты что такой противный, я не... Чё я противный? Ты три раза около моих ворот была и не могла. Ну да, я вот уйди, вот уйди, вот да, вот я взяла. Ну так давай. Вообще-то... Что, он у меня? Нет? Нет, блин. Сейчас опять промахнешься. Куда его кидать? Кидай давай! Только ты так могла. Я сам себе забил, чтобы тебе было спокойнее. Все. Довольно? Все, никаких поблажек. Ну, я не пойму. Нужно отобрать мяч. Оп, я заграбил. Пошел мяч, пошел. Ай! За что ты меня бьешь? Я только мяч хочу тебе забить. Какая, а? Пошел, пошел! Еее! 2 минуты, у нас есть 2 минуты на все про все. Ну. Че? Опа. Ого, это ты как сделал так? Мяч отошел. Мяч. Мяч в игру. Ой, мяч улетел. Где он? Где он? Лови мяч. Лови мяч. Ух ты, ё-моё. Юксель-моксель. Ты где, кстати, тебя потерял? Ты забила на мяч? Так я не вижу него. Вон он, я рядом с ним. Короче, смотри так по принципу, где я, там и мяч. Давай, я буду вратарем. Сможешь забить? Нет, давай, попробуй, рискни здоровьем, давай. Надо было его держать. Вниз упал, вниз. Да как так? Почему не могу забить? Нажми, держи, чтобы бросок был это более сильный. Там будет шкала заполняться. Ага. Да ладно, что, серьезно? Нифига себе. Забила. Да я это сделала. Все, больше никаких поблажек. Я должен выиграть этот бой. Оп.
Где он? Эй, какого хрена у тебя это? Нормально? Ты как умудрилась его забрать? Вот, он полетел. Я рядом. Есть, я взял. Так, слушай, синий, да, синий твой. Блин, нифига себе. Под ней. Да ладно тебе. Все хорошо, 25 секунд. Не, ну ты как у меня его забрала, когда я к тебе летел? Мне одно интересно. Уп. Мяч в игру. Он упал, вон он. Смотри, летит. Бжж. Воу. Ты где? Ты взяла мяч? 4, 3, 2, 1, 0. Игра закончилась. Слушай, так-то прикольно, да, режим? Вот если бы еще побольше людей было бы реально круто. Да вообще оборжаться. Ну все хорошо. Мне, кстати, нас с тобой с пати повыкидывало. Давай обратно. И шо бы? Я не верю. Не буду я принимать пати. Тёп. Пойдем. Кстати, я это себе крафтил, эти, я вот себе этот взял, короче, палочку. Смотри, это на левую кнопку мыши. Прям как у посоха, если помнишь, такая хрень была. А это вот на правую кнопку мыши. У тебя что, у тебя топор изучен, да? Топор я не изучал, мне пацанчик его дал. Ну, а что у тебя изучено? В смысле, что? А что ты изучил уже, успел? Ну я деревяшки изучил, деревянное строение до лестниц, крышу не стал. Трон изучил, сундук, костер, палочку, одежду. И все, пока. Оп. Так. Изучай все, как в принципе, как и раньше. Ты мне это в пачку-то принимайся, что ты. Ну даже не знаю после такого. Давай. А я тебе Алхамору сейчас. Оп. Так, Алхамору, да, я ему этому несчастному супу ему надо. Тебе нужно красные ягоды, синий и мухомор. Мухомор вот растет. А красных ягод, кстати, здесь на территории я не видел. Синий вон сбоку. Красный, по-моему, придется снаружи брать. Все, пошли. Красный возьмем, ягода. Так, сейчас я карту посмотрю. Что у нас тут? Окей, рядом есть пещера, кстати, с монолитом. Прям сразу при выходе. Фига себе. Если на север идти. Давай, делай прыжок. Смотри, как я прыгаю мощно. Вау. Я коротышка. Вау. Ноу. Ай, коленка поцарапали. Ты не поцарапал, надеюсь, все нормально? Нет, я не поцарапаешь, не ты. Спасибо, только что прям какахой бросил, такая, на тебе какаху по лицу размажу, жик-жик. Ну а чё, мальчик? Вон олень, смотри, бей его. Бей оленя. Бей оленя. Олень, стой. Стой, олень. Стой, говорю. Ух ты, 171. Experience. Окей. Ты нашла, да, красную ягоду? Да, блин, а что ты мне не оставил? Все забрала. Там один куст был. Не густо. А, вот здесь побольше вот я вижу. Тык-тык-тык. Тык-тык-тык. Я буду собирать вот тык-тык-тык. Нормально. Сойдет. Вкусный. А, вау, четверочка. Я четвертый уровень, прикинь. Я маленький четвертый уровень. Так. Где несчастный? Там внутри. Бесюкается. Слушай, скелетина рядом со мной заспаунился, бьет меня. Слушай, гад, что творит, а? Демон. Ну вот эти красные штуки. Блин, где этот несчастный-то? Ай, меня скелет бьет. Зрение лишает. Ой, так вообще не круто.
Я тут его волшебные палочки фигачу, прям как Гарри Поттер. А он это вообще ни в какую. Лупит меня довольный такой. Ух ты. Мяу. Не, нифига. Долгое удержание на самом деле никакого результата не дает. Черт, у меня кончилась эта магия. Пришлось его топором забить. Представляешь? Как ты палочку сделал? В смысле, как скрафтил, изучил сначала, а потом скрафтил. А у меня даже изучить ее нельзя. Только, ну, вообще-то должна, на третьем уровне изучается оружие. Смотри, ты ее сначала изучи. Все есть. Палочка это которая третья, да? Ну да. Около перчаток, да? Да. Ну, я просто решил попробовать этот раз новый персонаж, что-нибудь новенькое. А ты шапку не изучал? Изучал, просто не крафтил. Одежду я всю изучил, которая доступна. Но я пока еще не крафтил. Нам нужно с тобой найти эссенцию природы, чтобы начать выкачивать эти ресурсы. Потому что топором это, конечно, геморно делать. Иди ему, дай. А ты взяла новый квест там? Он еще до хера дает. Вплоть до, да, вплоть до создания этого, как его... Взяла. Костра. Сейчас он, короче, предлагает принести ему мясо оленя, но еще и убить его. У меня мясо оленя есть, но я его не убивал в рамках квеста, поэтому как бы он у меня не убитый. А, погнали. Блин, а как мне это сделать-то? Кого? Палку? Нажимаешь О и в рисунок топора. Да я вообще все забыла. Ну ты даешь, всего-то день или два не играла. Дерево. А, мне нужны алмазики. Мазики, калмазики. Ладно. Погнали вниз. Не обязательно, кстати, изучать его задания. Они это опыт, конечно, дают, но не обязательно. Без них можно жить. Ну я хоть где-то их могу вообще выполнить. А, ну если только так, в рамках этого если рассуждать. Можем жить вот на воде здесь недалеко. Не хочешь пойти со мной сразу начать обустройство? А потом периодически сюда возвращаться. Я смотрю, здесь еще и не, игроки не, ну, как бы не забили места. Мне бы эссенцию природы добыть вообще было бы шикарно. А я не знаю, где здесь эти ядовитые. Там лошадь бегает. Ниже ядовитых бассейнов. Их тут особо что-то немного. Ай, чтобы не разбиться. Так, да, слушай, прикинь, вообще свободно. Что-то не около воды никто не стал спауниться, селиться. Странно. На тех серверах тут все было усрано людьми. Вот, в принципе, маленький сервер, по-моему, 15 же, да, ограничений, что-то я уже забыл. Да, не помню. Что-то у меня так иногда бывает, знаешь, это форматирование мозга происходит, я такой, и все, ничего не помню. Слушай, я создам дом, так же, как мы тогда там было, А плюс А. Ну, слушай, здесь дядя Миша есть, давай создать очком дяди Миши. Дядя Мишка у нас будет синим. На каком цвете? На желтом? Как думаешь? На таком вот. Да. Во. Ништяк. Конферм. Мото. Я тебя приглашаю это в гильдию. Нажми на H. Прими приглашение. Я тебе сразу эти права дам. Во, все вижу. Сейчас я тебя подниму, короче. Промоут. Варлок. Все, короче, теперь ты это. Осторожней, бойся, это не трать ману. Я хочу понять, где это, которая вот самая примитивная, это первая школа какая. Левая, короче, я тебе подскажу. Самая первая школа, она сгустком энергии стреляет. Вторая школа вот такой вот вонью, как вот в перчатках. Вот. Угу. Остальные без изменений. Одна из них третья школа. Баф на ноги, четвертая это телепортация свое, ну, тело такого искусственного. Вот. Смотри, вижу озеро пустое, можно это в рамках озера построить дом. Со сходом на воду. Так вот, нам бы с тобой кого-нибудь убить, чтобы этим
при помощи магии добывать. В противном случае придется дебильный топор изучать. Это обидно. Так. Там еще что-то я могу улучшить, изучить. Фига, слушай, очков дают. Кстати, больше, чем обычно. Повышенные очки. Тут, мне кажется, даже если мы с тобой изучим что-то лишнее, ничего страшного. Я вон уже до ткацкого станка, считай, изучение произвел, прикинь. Так. А что там говоришь, надо убить оленя, да, и принести мясо его? Да. Так, тут так неудобно, слушай, сделано это. Неровно. Так, здесь, по-моему, сход ровный будет на платформу. Платформа просто будет ставиться неровно, смотрю, где лучше. В воде я тоже не хочу жить. Ты ж наоборот хотел в воде. Не, я хотел, но я хочу сделать так, чтобы платформа была выше, чем вода. Чтобы не хлюпать по ней ногами. Ну, потом мост сделаем на берег. А, вот я сделал, вот смотри, типа так, типа моста. Можно даже вот здесь так вот сделать, вот, да. Оп. Так, и чтоб это сейчас никто не забрал, я, оп, привязал к себе. Что, кончилось, да? Понятно. Слушай, мне бы найти кого-нибудь, с кого бы эссенцию дебильную выбить. Чё-то никого не вижу. Вообще печалька. Ядовитых этих. Неохота топором лупасить. Вообще не круто. Но, видимо, придется. Ты рядышком поселишься? Там кто-то вдали гуляет. Это ты вдоль берега гуляешь? Да. Смотри, даже не узнал меня. Блин, далеко находишься. Мне не прорисовывается, кто ты. Я просто смотрю по этому. По компасу. Вроде должна быть ты. Вроде бы, вроде. Птички чвыркают. Представляешь? Тогда это уже строишь деревянный дом. Да. А, мне сказали, что чувак, у тебя недостаточно дерева. Да нету, видишь, никого из этих ни монстров, ни бассейнов с ядом. Эссенцию добыть, что при помощи магии фигачить приходится топором рубить. Вообще отстой. Ты когда там была, там не видела часом это ядовитого бассейна? Нет. Печалька. Я уходила. Пищальки. Ясно. Ну так что, ты будешь со мной жить вместе или отдельный дом будешь строить? Даже не знаю. А ты решил мост сделать и потом это, да? Да, потом дом будет. Давайте этот мост разделим, как бы ты направо, я налево, либо наоборот. Не получится. Ай. Там же привязка защиты идет из-за трона. Но, ё-моё, единственный нюанс, ты можешь, знаешь, как сделать? Я, конечно, не помню, но есть ли ограничения по структуре на трон? Я не помню. Но ты можешь ответвление сделать и реально строить, как ты говоришь, типа налево и направо. Пусть это будет мой трон привязан, ничего страшного. Я сейчас дал тебе эти права, что ты можешь тоже строить и открывать все остальное. В принципе, полноценно, полноправно. Как и я. Так. На троне я тут не могу что-то поставить. Ты свой не можешь, потому что мой стоит. Ага. Смотри, можешь, знаешь, как вот сюда, вот в сторону твой дом пойдет. Смотри. Вот туда. А я мой тебя здесь. Не вижу, кстати. Ты меня не видишь? Какие-то у тебя глюки. А, да. Угу. А, то есть вот туда, типа, мой дом, да, пойдет? Налево, который идет.
скрафчу шляпку. Кстати, интересно, здесь шляпка какая скрафтится. Там я на каком-то PvP-шном X10 пробовал. У меня сразу шляпка крафтанулась, это оранжевая, самая крутая. Слушай, у меня что-то такие глюки, глюки. Да? У меня более-менее, кстати, здесь стабильно работает соединение. Не так, как это, мы там на том играли. Там лаги были чаще. Нет, я не могу ничего ставить, прикинь. Не можешь? Странно, погоди, я посмотрю. А, вот, теперь могу. А теперь не могу. А там это надо ловить, очень тяжело ставить, когда вот такие барьеры, нужно отходить. Ходить, подходить, тудым-сюдым. Здесь нельзя ставить, я думал, может, какое-то другое выбрать место. Ты, если не хочешь на воде строить, не строй, я же не заставляю тебя. Я поняла, я просто думала, что какое место бы выбрать такое. Хочешь, что на горе он может построить рядышком? Ты... Нет, ты мне просто скажи, ты будешь здесь строить? Если нет, то тогда я не буду вот эти развилки, я начну отсюда тогда вести потом контур. Ты просто определись, ты мне ничего не говоришь. Хорошо, я не буду с тобой строить. Ну все, вот так вот. А то ты ничего мне не говоришь, я думаю, гадай, будешь, не будешь. Ломать, не ломать эти хрени. По-моему, это не добывается. Там мишка, что ли, гуляет? Да. И шутка. Дядя Миша. А, слушай, тоже, да, хорошо крафтится шмотки с большими плюшками. Однако... Смотрим. Ой, месяц убьет. Это он меня вообще бьет месяц. Он меня убьет. Печалька. Это прискорбно и печально. Вон я вижу. А, ты его убила и левелапнулась в итоге, нифига себе. Это он так тебя убивает, да? Да. Иными словами, это ты так умираешь. Ну да, зато у меня есть эссенция. Хаврон, так, все, я трон перестроил. Переставил маленько. Ну и чё он не хочет ставить? Прикол. А, блин! Рассоединение с сервером. Да что за фигня такая сегодня? Творится. И пока что не знаю, вроде смотрю на роутер, вроде все горит зелененьким, но это не показатель. Прикинь, будет эпик, если еще и этот сервер закроется сегодня. Вот нам с тобой будет не вести на цитадель. Нет, слушай, это реально это у нас этот отвалился. Маршрутизатор отвалился, вот все установилось. А, круто. Что ты меня слышишь? Установилось? Алло. Алло, алло, да. Просто тебя спрашивают, ты молчишь. Что-то сегодня вообще у нас соединение вообще моросит. Ужас. Прям отворот работает. Уже, по-моему, четвертый раз опрокидывается. Я не смогу собирать что-то, то ли опять соединение, то ли что. Нет, пока норм. Может, у тебя еще просто не все восстановилось, ты он стоишь для меня. Ты мишку когда убила, из него не выпадала эссенция? Выпала. Ого, тут этот 11-го бегает скелетон. Что-то он мимо меня пробежал, на удивление. Скрафти себе тогда эту добычу. Так я ее скрафтила, но я говорю, я ничего не могу собирать. А на что именно ты ее скрафтила? На топор? Нет, на палку. Ну вот, собираешь. А, вот теперь собираю. Ну, видимо, глюк был. Я завидую тебе, у меня-то нет сбора, мне приходится топором фигачить. Это отстой. Полнейший отстой. Однако.
Вон олень стоит. Где? Вон, вон, вон. А, вижу, да. Я его сейчас чуть догоню уже. Он уже драпает какой-то. А он, не, он тоже не дурак. Поэтому и драпает. А там же оленя надо убить. Да. А, скелет. Я бегу. Я бегу к тебе. Эх, жаль, нельзя просто нажать на шифтяр, чтобы он постоянно бежал. К сожалению. Окей. Где да, он? Ого, 11-й, это как раз тот, который мимо меня пробежал. Все, Маша, отбегайте, я его тоже держу. Блин, ага. Он тебя убил. Я покараулю тебя здесь, твой трупик. Твой трупик будет под моей охраной, под моими сильными руками. Слушай, а где здесь этот, в этом... Да. Когда вот мы в городе вот спавнимся, да? Да. Там же этот надо найти какого. Фигню из этот огонь-то, чтобы это... Телепортационный? Он задний да. Там на площадке. Ты уже изучил его? Нет, а зачем? Пока я не изучал. Пока я никуда не бегал, мне как бы пофиг. Сейчас дом дострою, там посмотрю. Потом сбегаю. Изучу. Так, тут кабан есть, я вот думаю, может кабана замочить, но у меня, правда, этих мало. Салатики поставлю хотя бы себе, хоть как-то. Без эссенции на добычу, конечно, отстой. Топором вообще не круто. Кабан 10-го, блин, зашибись. Еще попроще-то нельзя было. Что-нибудь дать там 2-го, 3-го уровня. Короче, я, поэтому я особо-то и не хотел здесь поселиться, вообще отстой. Так и сказал бы, что здесь отстой. Ой, что-то у меня так быстро остановилось. Мана, нифига себе, круто. Я левеляпнулся. Прикинь, мне эссенцию света дал, гаденыш. Можешь себе представить? Да вообще. Они вот. Дают мне не то, что я отё. Я сюда разплякаюсь. Я думал, мы подальше отойдем. Просто мне не очень нравится здесь. А почему не нравится? В чем проблема? Я не знаю, где мне домик строить. Так блин, можешь над водой поставить, можешь вот здесь построить, можешь на поляне. Да где хочешь, вариантов-то да много. Поляне, это все блин, ты можешь. Так он у тебя все равно на подставке стоит. Какая разница? Вообще разницы-то нету, ты его хоть на горе можешь сделать. Он же на этих, на опорах будет. Ты, кстати, свой забрала мешок, вот он. Вон я тебе куплю. А. Поставить-то можно на чем угодно, вообще не проблема. Кстати, топор там что у нас, когда сдохнет? Короче, топор сдохнет очень скоро. Придется мне, походу, изучать топор. Хочешь, тебе свой топор отдам, все равно у меня есть эссенция. Не знаю даже. Давай. Просто вообще не круто. А, это ты стрельнул? Нет. Я здесь бью. Дерево избиваю. Все. Топор сломался. Парить здесь сломался. Так. Окей. Ладно, я изучу, пожалуй, топор. Что фиг знает, когда я эту сенсу дебильную найду. Я вам что-то убивал животных, ничего не падало. Сейчас дострою. И это. Пожалуй, начну изучать. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Через дорогу там башенка, видимо, с чуваком, который квесты дает. Там. Получается, где вот водички здесь. Прям вау, нифига себе длинная платформа. Получилось. Так, не знаю, ну, наверное, пока хватит. Потому что я классно столько дерева набрал, офигеть.
Думал, хуже будет. Даже не заметил. Ну хорошо. Блин, слушай, железа-то нету. Вообще отстой. Дерево. Я сейчас дверь не смогу сделать. Все кончилось. Дерево. Кстати, я думала, ты же активно хотел посмотреть там, где есть железо. Да здесь я хрен знает, где оно есть. В тех-то местах я помню, где чем почем, а здесь-то понятия не имею. Может, если сейчас нарвусь на медведя, было бы круто. Ты, кстати, сдала этот квест, ты убила оленя? Нет. Нет. Слушай, я не помню, с оленя интересно падает эссенция, что-то не помню. С медведя-то да. С кабана падает, а с оленя я не помню, что падало. Сейчас вот на гору О, слушай, на горе он бегает. Там вот кабаны, смотрю. Кабанчик и олень здесь есть. Ну-ка, на этой верхушке он. Просто обычный. Вон волк идет. Вон дядю Мишу вижу. Он всяко, кстати, даст мне эссенцию. Мне нужно только его убить. Да уж. Блин, нифига тут два кабана. Олень и дядя Миша наверху. 11 уровня от 7. Не так-то просто это будет. Более что кабаны придурочные, они сразу в атаку пойдут. Ну так точно, он пошел сразу в атаку, как я и говорил. Придурочный кабан. Так, пока они тупят, стоят, надо этим пользоваться. Ну, все, все, молодцы, каждый по разу меня ударил. Довольные даги. Счастливые. Сдохни ты. Ух ты, блин, у меня вообще мало хп, что-то я это слишком расслабился с ними тут танцевать. Запрыгну на камень. Ну круто, он на камне меня ударить не может, я убью. Ахаляй, махаляй, читаю заклинание. Офига себе, у меня этот салатик, короче, так хорошо восстанавливает ману, она мне практически не тратится, пока у меня этот вот идет баф на еду. Прикинь. Круто. Так, жадоба. Эссенция света. Так, ладно. Хрен с тобой. Золотая рыбка. Так. Не, вот это было. Твою ж дивизию. Нет, не это было. Значит, вот это. Да. А здесь потоковая. Черт, скелет где-то хрустит около меня. Я его не вижу, но слышу. Прикинь. Угу. А мне надо подлечиться, у меня жизни мало. А вон он, вижу, идет. На медведя напал. Отлично. Чё, он медведя убил, прикинь? Крутой скелет, слушай, хорошо, что я на него не нарвался. Интересно, я могу медведя обшмать, если это не я его убил? Только шкура была, прикинь. У медведя и усё. Пусто. Так, он оленя вижу. Это тот самый. Начинаю его месить, короче. Что из сил. Фига он бегает, я еле догоняю его, прикинь. Еще один есть олень. Я куда-то на горы какие-то забежал. Да блин, хватит бегать, олень, умри просто. Фига, слушай, я его догнать не могу, прикинь. Да, я тебе говорю, он у него десятка и осталось чуть-чуть-то, блин, а он это бежит от меня. Успею, нет, вот вроде он маленько устаканился, урезонился. Фу, наконец-то убил его, подонка. Офигеть он, слушай, понамотал мне нервы. Так. Скрафтить еще одну палку в другую руку. Там медведя вижу, может он эссенцию даст, если я его замочу. Это олени вообще адские, адовые.
Фиг убьешь их. Крепкие засранцы. О, медведь третьего уровня. Я думаю, завалю его. На всякий случай запрыгну на это, на кирпич. На кирпича он меня не должен ударить. Прикинь, на кирпич залез, он так застал. Встал такой, как вкопан. Стоит, смотрит, как я его убью. Я даже уже он левелапнулся. Ништяк. Все, он немножечко умер. Прикинь, эту эссенцию. Слушай, как тебе повезло, а? Что-то этот сервер как-то тебя любит. Прям так относится к тебе хорошо. Тян, сколько бегаю, у меня ничего вообще. Вообще отстой. Ну ладно. Это что, пещера какая-то? Я какую-то пещеру нашел где-то. Ай. Упал. Слушай, где я? Ой, да, это на туре, это пещера какая-то. Что тут есть? Какая-то пещера, тут в основном эти кристаллы. Рунные камни. Хм. Пикси восьмого. Издали я буду бить, пока она стоит через дорогу. Самый идеальный вариант. Так, окей. Что, ты решила, где будешь жить? Да я тут недалеко от тебя. Просто если совсем тебе не нравится, ну давай я разломаю, короче, свои эти штучки. Пошли дальше. Куда-нибудь. Слушай, а тут этот ограничение, да, по весу есть? Ай, здесь... Яд. Нет, здесь не наоборот, нет ограничений. Я не могу ничего собирать, он говорит, слышь. Не знаю, значит, что-то у тебя другое, потому что здесь бесконечный инвентарь. Нет, она и пишет нот. Что нот? Все. Он говорит, слышь, маны у тебя нет. А, ну только это уже другое дело. Я думаю, это же фигня. Я пытаюсь этой эссенции тогда быть. Мана кончилась. Да. Салат, который там дали тебе за квест, когда ты ягоды принесла, его захавай, он круто ману восстанавливает. О, да, заметил, прикольно. При этом он там активирует регенерацию маны на длительный период, так что очень круто. Ништяк. Вот это ништяки. Еще одна сдохла. Ух ты. Ух ты. Короче, хочешь не хочешь, а придется изучить гребаный топор. Ну ладно. Крафт. Тут сенсы какая-то синяя есть, слушай, в пещере. Сундуков, главное, нету, но есть эти залежи руды. А не, слушай, есть сундук, оказывается, за рудой был. Я не видел его. Сразу не заметил. Прикинь, да, ух ты. Нифига себе. Чё это? Палочка какая-то волшебная, 16 уровень, зеленая. Метла. Или чё это? А, это посох наш на 15-й. Штанишки хорошие. Ну, штаны я сразу поставлю. Насчет всего остального пока подумаю. Посмотрим, что полезного. Слушай, если сейчас мне железо упадет золотом, я тогда тебе подкину, чтобы двери сделать. Только, правда, что-то долблю вообще не густо. А он сейчас более-менее пошло. Да, заклинанием, конечно, было бы быстрее. Но мне кажется, вот этой штучки... А, это эссенция света здесь они прячут. Отстой. Однако. Ладно, топку ее. Кстати, я смотрю, топор перестал крафтиться с этими... С цветными, вот с этими хренями всякими. Сейчас просто у меня такая какая-то веревочка цветная. Как-то странно.
Каждый раз по-разному. Так. Окей, сколько у меня этого добра? Ага, маловато. Блин, долбить топором вообще извращение, я тебе скажу. Да я знаю. Это вообще порнуха. Короче, пойду искать это, где есть эти, не знаю, там, ядовитые хотя бы бассейны с залежами вот этой фигни, природные эссенции. Потому что топором, блин, нет, это еще то извращение просто, галимое извращение. О, ночь настала. Я бегу и сам себе хилю. Башню вижу. Недалеко. Себе. Так, дорога. Пойду пока сдам тогда квест этому типу. Заодно подхилюсь. Добегу. А, у тебя убил оленя, да? Да. У меня главное мясо есть, самое профессиональное, я убила волка, мне дали мясо оленя. Да? Нет, там, по-моему, другая вырезка у него. Не, ну я тебе серьезно говорю, там не, же надо... Не, не спорю, короче... просто как-то странно, там вроде другая вырезка. Я... Там же надо, короче, все, убить оленя и принести его мясо, да? Да, а может, типа, олень съел мясо... в смысле, тьфу, господи, волк съел оленя, а ты убила волка, в котором был олень. И тогда было. Я иногда бывало так, что убивал волка, и в нем вот до хера мяса было. То, что я убила волка, мне дали два куска мяса оленя, а то, что надо убить оленя, у меня еще висит. А, он сама оленя, получается, не убила. Да. Угу. Так, хорошо. Надо разузнать, где здесь есть эти ближайшие, вот говорю, бассейны, потому что иначе это вообще геморг. Без магии, конечно, добычу. Большая проблема. Mm-hmm. Мне-то с моими маленькими ручками это вообще проблематично. Зато у меня ноги огромные, толстые, жирные такие, бройлерные ноги. Бегун только так он. Ты бы видел, это вообще жесть. Внешне выглядит. Так. Как-то этих можно собирать. В принципе, на время хотя бы. Может, салаты какие-нибудь сделать, не знаю даже. Ты, если что, спрашивал, когда к типу пойдешь сдавать квест, сразу как поднимаешься от него, налево будет эти ступени вести к башне. Около башни там этот костер с точкой телепортации. Я почему тебя спросила, то тогда-то я не изучила, ты говоришь, что ты не изучила, говорит, я говорю, не знала, что вообще такая фигня есть, ее надо изучать. Эссенция природы, он мне говорит, типа, братан, принеси мне эссенцию природы. Вот он, этот костер. С кристаллом. Так вот, путешествовать некуда. Пока что. Слушай, рядом вот я смотрю, с нами есть это... Бассейны, отмеченные на карте. Думаю, сбегать что ли, блин, к ним попытать удачу. Я даже не знаю. Попробуй. Потому что так-то жопа, конечно. Без эссенций. Вообще не алё. Так, пойду сюда вот. К этим точкам. Считаю, вот надо эссенцию природы. Вон я внизу вижу пещеру. А прям рядом, вот, прикинь, с этим замком. Надеюсь, не разобьюсь, я не помню. Если вот так вот упасть, вроде нельзя разбиться. Вроде разбиться можно только, когда летишь на метле. Очень странно, да? Так, да, вот пещера есть еще одна. Монолит какой-то рядом.
бафнул меня на жизни. Так, хорошо. Внутри, короче, волчара, пикси. Туда, сюда надо идти 10 уровнем и желательно одетым. Иначе будет очень больно. Так, там медведь есть с кабаном. Скелет. Небольшого уровня, кстати. Можно рискнуть здоровьем, попытаться их убить. Это пикси, это не скелет пикси, блин. Вот она гасит конкретно. Пикси, да. Блин, медведь большого уровня. К нему всякое нужно сейчас на кирпич забежать. Не всякого сомнения. Все, я поймал его в ловушку. Она меня что бьет. Да, пикси еще. А ты знаешь, как это делаешь, чтобы не убили? Ходи, беги в какую-то сторону все время и бей. Например, вправо или влево. Да я так и делаю. И тогда она, когда плюется вот этими штучками, не сможет в тебя попасть. Есть такая хитрость. Ну, попадает она в меня. У тебя мана еще кончилась, кстати. Да. Так что ты в любом случае труп. Только сказал. Так, я не... Блин, фига себе, ближайшие, которые известные на карте, вот эти вот, да, как бы бассейны. Но. Находится в Мухосранске, до них писец бежать. У меня по сути... Проще в город бегать и там поплавать. Нет, ты не поняла. Мне другие бассейны нужны, кислотные, чтобы сраную эссенцию природную взять. Ай. Просто здесь, как я говорю, центральная карта, она почему мне не нравилась, я не хотел, потому что здесь все по-дебильному. Ну, все ресурсы разбросаны. Давай переедем. Хочешь, переедем на другую? Да. Можно переехать? Конечно, можно. Надо только забрать эти ресурсы. Давай переедем. Потому что мне здесь капец как не нравится, неудобно, дискомфортно. Погнали отсюда. Я пойду домой забирать его, разламывать. Поехали, знаешь, куда? Надо переехать поближе к телепортационному этой башне. Это самое выгодное, профитное место. Ты что, хочешь разломать трон и... Ломаешь трон и ломаешь эти пьедесталы, ну, то бишь эти платформы. И все. По сути. Единственный минус, видишь, ему сдавать квесты, сюда придется бегать. Но если мы где-нибудь заспаунимся с тобой рядом с этой башенкой, да, телепортационной, то это будет не проблема. Кстати, ты иди сама-то изучи это. Ты изучила точку телепортации? Нет, не изучила. И тогда прежде чем переезжать, иди изучи. А то ты останешься, получается, без нее. Самое будет смешное, что, конечно, пока мы сейчас с тобой отсюда будем переезжать, я где-нибудь найду эту несчастную... Как ты говоришь? Катавасию с ядовитым бассейном. А где это? Где эта лестница находится? Это как к чуваку идешь к квесту, ему вниз спускаться, перед ним получается на возвышенности, там разрушенные будут стенки такие и лестница наверх. Вот здесь эти орки, лагерь орков. Пятые, кстати. Не такие уж и большие. Как могут показаться на первый взгляд. Так, на ману сразу изучу. Так, вот этот чувак, да? Я мимо чувака прохожу, да? Не-не, ты к чуваку как идешь, но сам чувак тебе не нужен. Угу. И вот от него, получается, если идти в обратку от него, то увидишь слева, получается, разрушенные эти стенки башни, и там лесенка будет наверх. Обычная лестница. Там вот орки стоят, я думаю, может их убить. Там еще какая-то фигня ходит, а, это олень. Шестой орк кровавый, ну-ка, иди сюда. Ой, я что-то магии не могу стрелять. Нажимаю, она не работает, прикинь. Не хочет держаться. Чё за херня? Чё за прикол? Что я изучила? Круто. Она не на самом верху, да? На самом верху. Он же один, да, здесь, этот костер? Костер один, да. Точка одна по телепортации. Блин, какие дерзкие парни. Убьют меня, что есть сил. Получается, тебе здесь не нравилось это из-за того, что не знала, где дом построить, а мне здесь не нравится, потому что хрен выстрелишь эссенции природы. Ну, либо знаешь, что вот, понимаешь, что делает такой человек, может... Я привыкла к тому, где вот у нас было. Ну, там надо было и говорить туда.
Ну, с одной стороны, мне там так понравилось, и как бы все вроде нормально. А потом думаю, может что-нибудь другое попробовать, может там будет лучше, и нифига. Я говорю, что может быть, конечно, я ошибаюсь, и где-то рядом здесь есть этот фонтан. Блин, тут Пикси, она меня сейчас убьет, и я не добегу. Постарайся. Беги от нее просто, она не такая уж и быстрая, от нее можно убежать. Я не знаю, ты, по-моему, около дома, я к дому бегу. Что-то как-то кругами круги наматываю. Ты? Да, я, получается, слишком большой круг сделал из-за того, что к монолиту побежал. Мне стало интересно. А что, я дом свой разрушаю? Да, короче, потому что что-то вот здесь бегаю в лесах, все равно не вижу нигде. Ну, тут чувак стоит с заданиями. Сюда можно сюда приходить. Нам бы хотя бы чуть-чуть дальше отсюда уйти, потому что здесь совсем уже днище полное. Кабан дебильный, отстань от меня. Неохота мне с тобой биться. Или он все-таки хочет биться? Да нет, вроде отстал. Я думал, захочет. И будет преследовать меня до победного. Так. Собирали, окей. Окей, трус не играет в хоккей, да? А, тогда это рядышко со мной на этом начало строить. Слушай, там чувак какой-то стоит, что ли, на дороге? Или это призрак? А, это лошадь. Походу. Да, это лошадь. Издали показалось, что это силуэт человек. А, ты видишь, эти разломала. Не можешь их разобрать. Блин, а почему? Трон поставь. Поставь платформу, поставь трон, и остальные доломаешь. Ломать нужно было, пока трон еще был. Иначе не получится разломать, не разрешит. Трон, получается, разломаешь самым последним. Вот эта вот структура у меня уже, видишь, это мне не принадлежат, которые опоры. Самые нижние. Получается он это. Да ёп моё. Я упал в воду, короче, когда структуры ломал. Там сейчас эти лесенки остались. Они через какое-то время пропадут. То есть... Да, вообще пофиг на них. Я что-то начала ломать, она опять мне не хочет. Структурой. Там видишь вот эти вот подпорки, которые ставятся, они это по-дебильному ломаются. Да ладно, фиг с ними. Не обязательно все разламывать прям идеально. Все, я разломал, ты где? Ты туда наверх пошла? Эту лошадку мучаешь. А зачем она тебе нужна? Послушай, ты не догонишь. Я знаю. Что такое? Куда мы переезжаем или как? Да, сейчас я посмотрю. Мы знаешь, куда переедем с тобой? Мы сейчас здесь, башня там. Смотрю, где крутая башня есть. Что было круто. Пойдем, наверное, к той башне. Около башни поселимся. Там недалеко дома на этих всяких поленьев бегать. Вот, и можно будет собирать кучу ништяков на север. Пойдем вон туда нам. В принципе, оттуда, откуда я пришел. Следи за моими опасными руками. Они быстрые. Быстрее, как ветер. О, нифига, слушай, я могу скрафтить тканей. Поставлю пока на пережарку их. Инвентарь капец, сколько у меня. 160 штук могу скрафтить. Прикинь, пока буду бежать, как раз наделаю. Да, а может я что-нибудь смогу делать пока? Поставь пока на крафт и пошли. Все, я бегу. Отлично. Так, нам 700 метров надо пройти. Да, тут не вопрос. No problem, да. Там около, ближе к башне, когда поселимся, там удобство будет тем, что можно в любой момент
Ты пехаться сюда в город или если умер где-то из города, ну, туда, к той части. Причем это будет все круто, комфортно. Так, сейчас нам только надо здесь оббежать. Погоди, я левелапнулся. О, мне дали 2 очка вместо. На 2 больше получается, чем обычно. Так. Окей. Надеюсь, мы добежим, все будет хорошо. Надеюсь, у все будет колесо. 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 Олень. Олень. Блин, он. Тян еще не убит. Где олень? Нет. Да все уже. А, давай догоняй меня. Потом убьем, потом не переживай. Ты пыхнемся к нему через портал. Не бойся. Дядя Миша. Гасим. Единственное, у меня банок нет, если что. Надо банки скрафтить. Мяу. Он на мне висит. Красавчик. Давай, давай. Ура, эссенция природы. Фух, я думал, это никогда не произойдет. Ты представляешь? Я думал, что это никогда не произойдет. Так, сейчас, секунду. Хабана. Так, 5 секушек. Так, господи, где она? Да, сюда сбор. Вот здесь эссенция света, по-моему. Приручение нет, приручение нет, это лечение. А, все, вот это приручение. Все, круто, да. Одну палку ставил себе на приручение. Все, пойдем. 440 метров нам еще. Я пока вонь пособираю. Повоньку. Зачем ты больше вонькаешь? Не знаю, это прикольно. Бежишь так и вонь делаешь палочкой. Чувствую себя Гарри Потником. Потным Гарри. Так, чуть-чуть осталось. Нам осталось забыть чуть-чуть. Скоро мы увидим башню. Ты может... А, нет, тяжело отсюда видеть за деревьями. Хотя не знаю... Ты, может быть, и видишь. Впереди, по-моему, дом, слушай, чей-то. Замок. Кто-то, видимо, такой же хитрый, как и мы. Слушай, вон олень. Работаем. 4-го. Давай. Чуть-чуть осталось. Есть. Да, зашли? Да. Все, мясо собери с него на всякий пожарный. Сейчас, когда башни дойдем, ты пыхнешься в этот, сдашь этому типу. Он так, кстати, тебе скажет это, эссенцию природы потом принести, так что один хрен на запас взять. Собираем вонь. Вон, видишь, замок. Рядом с... точки телепортации. Подожди, я тут собираю. Конечно, в отличие от того места, где мы раньше на том сервере играли, там вообще умник был, который прям загородил. Кстати, он кто-то в воде он строит, тоже около точки телепортации. Что-то у него без окон, без дверей какой-то замок получился. Это пока может. Может. Маш, кстати, он сейчас там играет, потому что сейчас только что дерево пропало сзади него. Тут куча, кстати, чуваков, которые поставили. Один он платформу поставил и вышел из игры. Ты идешь за мной? Да. Я тебя просто потеряли. Смотри, видишь, тут очень много домов. Если нормальные, прикольные. Тут кто-то тоже он заброшенный сделал постройку. Давай вон там на горочке построим. Будет красиво, симпатично. Он же скоро разрушится здание, поскольку не привязан никому.
Воу, у кого-то даже виверна, он, смотри, стоит. Непонятной части дома. Так. Понятно. Почти здесь все скооперировались игроки. Около телепортационной этой хрени. Так. Это, конечно, прикольно. Это все. Я на горку пошел. Ты просто на компасе посмотри, где я. Я не хочу прям рядом с этим строить. Просто смотрю, где можно. О, слушай, здесь поляна еще он козырная. Смотри, какая секси поляна. Давай на ней. Где ты там? Ай, меня кто-то бьет. Господи, медведь напал. Вот даже не видел. Блин, у меня ни склянок, ничего нету. Быстрее, давай, догони меня. Помогай. Видишь поляну, да, там внизу будет? Угу. Вообще козырная поляна. Еще один медведь сюда бежит. Осторожней за тебя. Залутуем его. Вон внизу. Какой он? 11-й, да блин, че их тут много? Я, кстати, скоро сейчас мана кончится, будет весело. Надеюсь, мы убьем его раньше. Все, у меня маны тю-тю. Ставлю. А нет, слушай, есть какие-то фиалы. Сейчас я их поставлю хотя бы. Первое время есть. Все, лутаю его. Вот здесь вообще идеальная полянка, смотри, для нас. Одного медведя разграбил. Да, одного я разграбил, другого здесь тебе оставил. Вообще идеальная полянка, смотри, как ровно. Круто. Мне нравится. Давай я возьму вот эту правую часть и левую часть полянки. У нас тут и дерево будет, и все остальное. Удобно. Камень он я сейчас ковыряю. Потому что если его не убрать, он будет мне мешать. То есть я здесь, да, где-то? Ну вот здесь просто, видишь, камушек один единственный. Вот я хотел здесь начать строить. Здесь камушек, справа он тоже камни. Нет, я имею в виду, вот я где стою, там примерно мне строить. А, ну да, может здесь отстраиваться в сторону он леса, чтобы оттуда потом из окна собирать лес в будущем. Удобно же. Сейчас пособираем маленько. У меня до сих пор ткани крафтится. Чуть больше половины. Перефигачил. Я ходить не могу. А ты сама себя в текстуру забила. Ну ё-моё, ну вот... Да, только ты так могла. Ломай текстуру под собой. Иначе ты не выйдешь. Кстати, вместе с троном сломала. И причем, по-моему, не ту. Ты вообще в другой стоишь. Попробуй двинуть сначала, а потом уже ломай. Все понятно. Ставь трон туда, в дальний угол, и ломай. А тебе слабо так? Конечно. Я так не умею. Что? Там этот камень сломается. Осторожней. Я слышу, кто-то шумит. То ли медведь, то ли волк, то ли еще какая-нибудь херня. Неведомая зверушка. Это надо. Ты придумал, какой дом будешь тебе строить? Относительно, потому что мне камень мешает. Сейчас я от него как только избавлюсь, тогда начну строить. До конца сейчас. Пока трон поставил, чтобы это конфликта не было, то, что мы близко. А то я даже не знаю, что. Такс. Окей, наконец-то. Я его разобрал. Я уже думал, это никогда не произойдет. Представляешь?
Так, сейчас при помощи вони начнем собирать. То мне не хватило. Кстати, да. Мана жизни, жизни мана. Ты пока можешь это на башню тут забраться и это пойти квест дать, если хочешь. У тебя же трон уже привязан, значит, в принципе, дом не упрут. И, либо можешь пока задержаться здесь, потому что все равно тебе следующим заданием потребуют эссенцию природы притащить. Сначала, в общем, короче, как бы раздобыть ее, а потом уже туда идти. У меня, кстати, есть это немного железа, чтобы дверь скрафтить. Иными словами, можно пока обустроиться тут, а потом уже экспериментировать. Если так здесь сделать, он сильно будет. Ага. В принципе, сильно. Ну ладно, не критично. Текс. Бум, сразу собрался. Как быстро. Я думал бы дольше выеживаться. Представляю, чуваки, которые здесь живут, такие зайдут через какое-то время. О, соседи. У нас появились соседи. Как только мы научимся крафтить эликсир уничтожения, нужно будет попробовать бросить этот эликсир в их дом. Ты сразу так сказал, ждал. Ну я же не сказал, в какой именно дом. Я сказал, что в их дом, а вот чей я еще пока не выбрал. У тебя опять как-то дом выше получается. Потому что я платформу ставил выше. Изначально. Ну и ладно. Да ладно тебе, еще не все потеряно. Еще все впереди. Думаешь? Конечно. Don't worry. Be happy. А что такой скромный дом делаешь? Я вон сразу видишь, какие масштабы взял. Да я стесняюсь. Да ты не стесняйся. Бери больше. Бери больше, кидай дальше. Так. Сейчас примерно потом здесь сориентируемся на местности, куда нам идти за эссенциями и прочей фигней, которая нам понадобится в нашей деятельности. Самое эпичное, что я сейчас только дерево потрачу, а потом буду все это менять на камень, также мудохаться, собирать это все. Так, кто мудохался, свой дом обустраивал на камень? Воу-воу-воу. Сейчас так прозвучало, как будто я что, просил тебя. Ну ты знаешь, это что-то так знаешь, по принципу медвежьи услуги. Звучит как медвежья услуга, по принципу. Я тут тебе сделал, а ты... Я не просил. Вообще-то я хотел тебе помочь. Я понял, но я просто к тому, что я-то не просил. Слушай, а что-то у меня этот... Покоцанный, прикинь. Трон мой. Неполноценные жизни у него. Что это с ним? Махалай, махалай. Странно. Так, все, привязал. Да ё-моё. Новый трон. Что такое? Думаешь, что всегда. Фига себе, очко, слушай, дают. Хоть по принципу изучаю все поподряд. Я, в принципе, так и делаю, потому что уже не знаю, на что их тратить. Я же изучил до хлеба. Новая палка. Шляпу.
Ой, я боюсь изучать, думаю, мало не, ли. Не, здесь стопудово хватит. Здесь капец очков. У меня он 11 уровень, и еще полтинник остался свободный, несмотря на то, что я изучил, в принципе, то, что и раньше всегда изучал. То есть я еще даже и в плюсе остался. Так, вот такой салат можно 10 штук скрафтить. Хуже не будет. Крембери. Для начала. Скрафтить его. Там будет видно, что у нас тут. Ткацкий станок. Пусть будет пока здесь. Лошадинка мимо нас бежит. На workbench дерева не хватает. И слитки нужны. Это по квесту надо будет ставить. Так. Окей. Шляпку. Я сделаю шляпку. Сошью точнее. Слушай, реально у меня какая-то странная хрень происходит с троном. Знаешь, в чем приколюха? Я его поставил, mm-hmm. было нормально. Сейчас смотрю, единички не хватает жизней. Такое ощущение, как будто он со временем типа как гибнет, разваливается. Словно привязка структуры, она не навсегда. Муть какая-то. Прикинь, если это реально так, вот отстой. Через какое-то время получается это... Отвяжется и все. А ты свободен, как ветер. Чё-то не пойму, я же изучал. Крафт одежды. Вот оно как. Типа нубский был уровень. Где они? Привет, смотри, какой грибник тебе идет. Я грибник. Прикольно. Так, короче, смотри, что я делаю. Раз, два, три, четыре, пять. Оба, это тебе на дверь. Ой, спасибо, Занька. Только это не профукай, ладно, на. Потому что это здесь я хрен знаю, где это железо. О, пока найдем. Да я там в пещере нашел, которая прям сразу была рядышком с городом. Если что, я, конечно, могу туда опять это пойти. Там походить, поискать. По сусекам, как говорится, помести. Нафиг его знает. Что там получится найти. Так, тут железо вон дофига у меня. Ой, не железо, а золото. Выпало. Сейчас буду жарить. Золото. Нужно больше золота. Ты не смотрел, кстати, свой этот... трон? Не ломается ли он? Да, фиг его знает. Смотри. Сейчас посмотреть. Просто подойди на него, наведи курсор. Увидишь, если тратится, то он это меньше станет. На жизни вроде. Потеряется. Думаешь? Вроде нет. Давай посмотрю. А, нет, да, тоже тратится он. Минус 4 единицы жизни. Да? Ну да. У меня капюшон со шляпой, конечно, убийственно на меня смотрится. Что-то ботинки не крафтанули хорошие, мощные. Так. Какая-то посредственность, а не ботинки. Да, что ты так вот тут делаешь? Ты вот зачем ты так делаешь? Кто ты, да? Что ты такое? Ладно, фиг с ним, пусть две штуки, две пары скрафтится.
Так. Отлично. Тоже синий. По-моему, без разницы, да? 12, 14. Нет, 14. У меня вообще не... Почему-то с меня слезли ботинки. Как так? Крафтил, а в итоге слезли с меня. Ботинки сняли. Ветром сдуло ботинки. Реально, как так получилось, не пойму прикола. А, слушай, может, у меня их и не было, может, я тупанул. У меня их, наверное, не было, да. Мне показалось, что они у меня есть. У меня их не были. Крафтил я опять одинаковые. Не очень. Гадость. Чем мне хоть это дают? Что-то вообще ботинки не хотят критовать. Хорошими крафтиться, прикинь. Отстой какой-то крафтится. Так, кстати, никого нету. Как-то скучно. Ну, здесь маленький сервер. Если так посмотреть, у нас 5 человек сейчас играет. Нет, я имею в виду животных. А, животных. Хотела. Слушай, это ты там бегаешь, сотка? Или кто-то другой? А нет, вроде да ты. Я. Хорошо. Я просто на всякий случай взял топор в руку. Рядом со мной вон куча волков бегает, которые пытаются изнасиловать мою ногу. Так, мне надо эссенцию найти, да? Они и в этом в основном преимущественно раз. Искать надо около кислотных бассейнов. Просто надо найти кислотный бассейн поблизости. И все, и проблемы нет. Ну, либо выбить какого-нибудь животного. Да, но вот кого? Медведь, кабан, лошадь, иногда соленья, но очень редко. Я бы сказал, что практически не... Можно сказать, никогда. Так. Да, прикинь, реально со временем так хоп, пропадет, трон разломается. Эпик. И что делать? Не знаю. Если честно. Ну, получается, надо чинить его, надо построить структуру, которая умеет чинить. Вольк. Да. Построить структуру, которая умеет чинить. И, в принципе, проблема тогда решена. И кто? Ты Вольк. Заяц Вольк, да. Да. Заяц, Вольк. И свинья еще на меня напала, ну вы вообще. Ух ты, нифига, сейчас хорошие кстати, кританули меня ботинки. И по этой. Так, давайте по очереди, ребят. Чуваки в очереди. Все в очередь. Не, ну серьезно. Да, как-то так. Ты не хочешь мне помочь, нет? Там мне и так тяжко. Так, ну ладно, знаешь, что я думаю, на этом, наверное, закончим. Потом уже в следующей серии посмотрим, как мы здесь обоснуемся. Очень надеюсь, что сервер не закроется, как обычно это происходит. И мы с тобой худо-бедно нормально здесь поиграем, да? Вот, так что всем спасибо за просмотр, ставьте пальцы вверх, кому понравилось, не забывайте подписываться на канал, всем пока-пока. Пока.